всего лишь 60. Пускай летят над нами дни и годы. Шумят дожди, идут снега. В саду всегда прекрасная погода. Старейшему детскому саду номер 17 «Пчелка» в поселке Володарского исполнилось 60 лет. На юбилей съехалось множество гостей, друзей садика, а их у «Пчелки», как оказалось, немало. И они, конечно, приехали не с пустыми руками. Подарком от главы является сертификат на 100 тысяч рублей, который руководитель, вот, наверное, учитывая все ваши пожелания и инициативы, израсходует с умом. Лучших сотрудников «Пчелки» отметили почетными грамотами. Было сказано немало хороших слов в адрес коллектива и руководителя учреждения, которые то и дело сменялись выступлениями юных воспитанников. Почетными гостями праздника стали ветераны педагогической деятельности. Бывший музыкальный педагог, а ныне пенсионерка Галина Потапова, проработала в «Пчелке» 20 лет. Она с нежностью вспоминает те годы и отмечает, что хотя садик и изменился внешне, на принципы работы коллектива это никак не повлияло. Детей всегда любили в этом саду, всегда их обожали и, что называется, ставили во главу угла. В первую очередь доброта к детям и любовь. Вот, это самое главное. Бывшая заведующая «Пчелкой» Ольга Титова также присутствовала на юбилее. Теперь она руководит детским садом по соседству, но работу здесь вспоминает с теплотой. Занимались экологическим воспитанием и разводили, сами создавали уголок леса, уголок поля, уголок лекарственных растений. Создавали пруд, разводили в нем карасиков. Настолько была интересная жизнь творческая. Сейчас детским садом руководит Лариса Польшина, которая продолжает славные традиции, заложенные ее предшественниками. В «Пчелке» трудятся 22 педагога. Люди все творческие, с большим сердцем, настоящие энтузиасты своего дела. Считаю самым главным достижением детского сада – это наш коллектив педагогический, который сплоченный, коллектив дружный, который всегда находит подход к детям, к родителям. Вот, это самое главное. Здесь работают люди, которые очень любят детей, очень любят свою работу и всегда стараются отдать все самое лучшее, что как бы имеет человек в своей душе, в своем сердце. Наш детский сад держит высоту, свою планку уже много-много лет в районе. И мы побеждаем на всех конкурсах, практически на всех конкурсах творческих и профессиональных. Сейчас детский сад посещают 240 ребят. В 2016 году у него появилась просторная пристройка. Теперь в «Пчелке» два музыкальных зала, большой физкультурный зал и много помещений для занятий с детьми. Словом, есть все, чтобы дошколята каждый день приходили сюда с удовольствием. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.